Иван Яковлевич Яковлев – один из выдающихся деятелей культуры и просвещения дореволюционной России. Талантливый педагог, ученый, мыслитель, организатор народного просвещения. Вся его жизнь была посвящена этому благородному делу. Помнят о просветителе чувашского народа и в северной столице. В день рождения Ивана Яковлевича Яковлева в храме Рождества Христова на Песках состоялось торжественное поминальное богослужение с участием чувашского землячества Санкт-Петербурга. Сегодня юбилейный день Иван Яковлевич Яковлев в храме Рождества Христова на Песках проходит божественная литургия. Мы все знаем, что храм Рождества Христова на Песках был построен Петром Егоровичем Егоровым и вновь восстановлен буквально несколько лет тому назад. Сегодня петербургские чуваши собрались здесь, в храме, для богослужения и как бы отметить юбилей Ивана Яковлевича Яковлева. Отец Андрей, настоятель храма протоиерей, вначале рассказал о миссионерской и просветительской деятельности Ивана Яковлевича, а по окончании благословил чувашский народ. Это позволяет землякам сплотиться и вспомнить о своей малой родине. Настоятель храма, отец Андрей, будет служить службу. Здорово, что вот мы, церковь, земляки, вспоминаем нашего замечательного земляка и помним о том, благодаря человеку, благодаря которому появился чувашский язык. И, кстати говоря, на чувашский язык переведена, на один из немногих языков народов России переведена Библия, и большинство церковных книг, церковных священных книг переведено на чувашский язык. И вот уже, наверное, я так понимаю, за мной начинается там служба. Очень здорово, приятное, светлое событие, посвященное нашему патриарху. Так что главное богатство Чувашии – это ее люди. И как бы потом ни распорядилась судьба, нужно быть вместе и помнить имена тех, кто прославил край 100 тысяч вышивок и песен – Петра Егоровича Егорова и Ивана Яковлевича Яковлева.